Всем привет, с вами Андрей, и сегодня мы продолжим сборку 34-ки. В этом видео мы соберем и установим два топливных бака, курсовой пулемет и шансовый инструмент. А теперь не будем задерживаться, давайте распакуем и начнем сборку. Я немного совмещу 29 и 31 номера, тут два топливных бака, я как раз их сейчас соберу и установлю их на свои места. Так, баки мы собрали. Если что, тут каждый подписан. Задний правый и задний передний. Правая сторона, передний и задний бак. Итак, баки мы установили, давайте тогда перейдем дальше, распакуем шансовый инструмент и курсовой пулемет. Итак, начнем с шансового инструмента, тут его немного, грунтозацепы и пила. Курсовой пулемет, и это все дело уже будем устанавливать на корпус наш. Итак, начнем сборку. Я посмотрел, оказывается, все это будет устанавливаться сразу, поэтому вначале мы установим шансовый инструмент и дальше уже будем курсовой пулемет устанавливать.
Мы собрали пулеметик, установили все, что было в наборе, то есть два бензобака, шансовый инструмент, пилу и грунтозацепы. И вот он пулеметик, который даже крутится, вертится. На этом мы сборку на сегодня закончим. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте поставить лайк этому видео, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски по 3-4, по Элеонору и другие видео из разных рубрик. С вами был Андрей, и до новых видео. Всем пока!